Самая масштабная новогодняя акция «Наши дети» проходит в Беларуси. За эти годы она превратилась в настоящий марафон добра. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа. Опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, а также центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, и больницы. Они поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции также присоединятся и общественные объединения. Традиционно, параллельно с акцией «Наши дети» Белорусский республиканский союз молодежи проводит благотворительную акцию «Чудеса на Рождество», чтобы окружить в предновогодние и предрождественские дни теплом ребят, нуждающихся в заботе и внимании. «Чудеса на Рождество» – благотворительная акция. Она традиционно у нас стартует в первых числах декабря. Сейчас она у нас проходит, по сути, первый этап. Сбор подарков осуществляется в первичных организациях БРСМ, как работающей, так и учащейся молодежи. Где-то сбор вот этих подарков будет происходить до конца декабря. Все эти подарки будут переданы в районный комитет БРСМ, где будут уже окончательно сформированы. И дальше второй этап. Наши волонтеры будут передавать эти подарки определенной категории детей. В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно до 28 декабря принести подарки в районный комитет БРСМ, кабинет 314 Солигорского райисполкома. Собранные подарки волонтеры передадут детям. К сожалению, с учетом коронавируса не будет уже таких масштабных и акций от наших волонтеров с детьми. По сути, наше мероприятие сведется к тому, что волонтеры просто посетят и вручат подарки без мероприятия.